Доброго времени суток, с вами Сергей, и сегодня мы будем делать стратификацию конского каштана. Мне друг Дима выслал с Ростова семена, тут в количестве 60 штучек. Димас, спасибо. Сейчас у меня разведена марганцовка в воде, и на 15 минут мы замочим с вами семена конского каштана. Засекаем 15 минут. Прошло 15 минут. Стратификацию мы будем делать в агроперлите. В агроперлите можно делать в песке. В песке, в мху и в опилках. Песок предварительно прокалить, чтобы убить все микробы. Ну а мох опилки вымочить также в марганцовке, чтобы не было тоже бактерий. На низ насыпали агроперлит. Высыпаем. И сейчас сверху еще засыпем агроперлитом. Для безопасности работы агроперлита перед работой сразу его смочить, чтобы не летела пыль, чтобы вам эта пыль не дышать. Так, агроперлит смочен, но мы еще добавим воды. Крышечка, обязательно отверстие сделать надо для притока воздуха. Теперь этот контейнер убираем на нижнюю полку холодильника. Раз в неделю достаем, осматриваем, переворачиваем, насыщаем кислородом и снова в нижнюю полку холодильника. И так до момента посадки.